Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков. Я уже говорил в своих видео, что я стараюсь при разборе инвестиционных компаний быть объективным. То есть, если компания выполняет свои обязательства, если компания действительно кому-то платит, то, пожалуйста, я с удовольствием на своем канале публикую видео на эту тему, что компания обязательства выполняет. Ну вот, мне прислали скриншот, который показывает, что человеку действительно выплатили. Была обработана заявка, давайте посмотрим. То есть это мы видим email, в начале имя человека, то есть я так понимаю, ее зовут Сайора Якоева. Причем я уточнил, данный инвестор проживает в Таджикистане. И здесь написано Dear Sayora, то есть дорогая Сайора, мы с удовольствием сообщаем, что вы получили выплату 1722 евро с вашего аккаунта из кабинета Atlantic Global Asset Management. Да, и вот у вас баланс на вашем личном аккаунте 0,78 евро. Замечательно. Этот вывод состоялся 6 сентября. Но поскольку мы с вами понимаем, что это всего лишь email, а email это не подтверждение выплат, я попросил прислать скриншот именно из кошелька, который бы показывал, что деньги действительно поступили, потому что мы знаем, например, 21 августа вывод вроде бы как открыли, и многие сделали заявки на вывод, но деньги благополучно вернулись на баланс, то есть заявки не были обработаны. Поэтому я попросил дополнительных доказательств. Итак, давайте посмотрим. Вот 6 сентября действительно было получено 1722 евро на кошелек. И вот здесь даже можете заметить, с какого кошелька U986-57-33. То есть вы можете проверить, действительно ли данный кошелек принадлежит компании Agam. То есть вы лучше знаете, те, кто является инвестором, проверьте, пожалуйста, действительно ли данный кошелек принадлежит компании Agam. Но обратите внимание, что буквально на следующий день данному пользователю точно так же выводится еще 1517 евро и также еще 103 доллара, 103 евро 85 центов. То есть суммарно получается всего лишь за два дня было выведено 3342 евро. Ну круто же, согласитесь. И тут я решил вспомнить выступление господина Рабала 22 августа, согласно которому он объявил, что вот эти вот страны, которые в списке находятся, а именно 42 страны, вообще-то компания Agam в этих странах уже не работает, а с этими странами работает компания Five Wings Asset Management. И если мы с вами посмотрим, на 24 месте находится Таджикистан. Поэтому согласитесь, странно, что господин Рабала объявил, что Агам вообще-то с Таджикистаном уже не работает, а при этом 6 и 7 сентября компания Агам берет и выводит человеку больше 3000 долларов. Интересно, да? Что, Дариков, утерся? За два дня больше 3000 евро вывели, все работает, все выводится, компания супер, а ты утрись, негативщик. Но обратите внимание, господа, что в имейле от компании Agam фигурирует валюта евро 1722 евро 34 цента. А в платежке на кошелек Perfect Money, да, фигурирует именно эта сумма 1722.34, но не евро, а долларов. Это как это у вас, господа, деньги по пути сконвертировались из евро в доллары, и сумма осталась точно такой же? А, хулиганы. Ты вообще заткнись, негативщик. У всех все работает, все выводится, а ты только критиковать умеешь. Ну, я думаю, вы уже поняли, что, похоже, это самый обычный фейк. Настоящих выплат-то нет, вот и приходится изгаляться, может быть, рисовать в фотошопе вот такие вот картинки, что якобы деньги поступают, только забыли поменять валюту евро на доллары. Но если вдруг вы считаете, что это действительно выплата из компании Agam, то, пожалуйста, напишите нам и объясните, как так получилось, что по дороге
к кошельку евро из компании вдруг автоматически сконвертировались в доллары, причем в один, с точностью до цента. И также потрудитесь объяснить, что если компания Агам действительно вдруг кому-то заявки выводит, почему она не выводит тогда тысячам инвесторов из других стран? Хотя Рабало сам объявил 22 августа, что компания Агам на территории Европы и СНГ уже не работает. Ну, в общем, вот вам, господа, пища для размышлений. Повторяю, я открыт для информации. Если вдруг будет какой-то реальный вывод, пожалуйста, присылайте, разберем, опубликуем. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго.